Православный календарь. Седмица седьмая по Пасхе. 21 мая. Понедельник. День апостола и евангелиста Иоанна Богослова. 22 мая. Вторник. День перенесения мощей святителя и чудотворца Николая из Мирликийских в Бар. 23 мая. Среда. День постный. День апостола Симона Зелота. 24 мая. Четверг. День равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей славянских. День тезоименитства святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. 25 мая, пятница, день постный, день отдания праздника Вознесения Господня, день священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея России. 26 мая, суббота, Троицкая родительская суббота. Память совершаем всех от века усопших православных христиан, отец и братьей наших. День мученицы Гликерии Девы и с нею мученика Лаодикия, стража темничного. 27 мая, воскресенье, день Святой Троицы, Пятидесятница. 2 Православный телеканал «Добро ТВ» желает вам и вашим семьям крепкого здоровья и благополучия. До встречи на следующей неделе!